Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и сегодня вместе с вами мы возвращаемся в игру под названием People Playground, в которой занимаемся различными экспериментами, страшными и не очень, уничтожением людей и роботов. Ведь вышло несколько обновлений, которые добавили в игру много разных новых штук. Например, вот этот вот шикарный автобус, который, по идее, должен быть полностью населен людьми, но когда я его установил, люди Людей там не было. Короче, людей я засандалил туда сам. Ну и давайте же сразу попробуем с этим автобусом что-то сделать. Люди, очевидно, попали в ловушку. Они даже не могут сесть. Конечно, их можно усадить, но это придется каждого по отдельности сажать, поэтому мы просто сделаем по проще. Проще. Мы закинем для начала туда гранату и посмотрим, что из этого выйдет. Окей, чувак слева просто пошатнулся. Ладно, мы ее взорвем, но сделаем это в замедленном виде. Эй. Взрывайся, граната. Видимо, должно пройти какое-то время, прежде чем она взорвется. Да! О, нифига себе! Ааа, это было жестко, черт возьми, это было жестко. Жаль, что я не видел это в замедленном виде. Фух, ну, в общем-то, погиб пока. Угу. Погибло два чувака. Одному разорвало полтела, второму разорвало ноги. Устанавливаем еще одну гранату и активируем ее. Я сделал это с помощью менюшки, потому что непонятно, на клавишу я активировал или нет. Она так долго взрывается. Ну и сейчас... Ой-ой-ой-ой-ой! По-моему, человечешек раньше так жестко не разрывал. А сейчас это нечто совсем уж страшное. А те, кто стоит сзади, он просто... Они просто не обращают внимания, как будто бы так и должно было быть. Ладно, установим что-нибудь более мощное. Динамит. Пумс. Вау, динамит не так эффектно выглядит, как граната. Ладно. Тогда мы устанавливаем прям серьезную вещь. Давайте отдалим все это дело и посмотрим, к чему приведет. Где автобус? Да уж это было жестко, но готов уже следующий автобус, даже с отличающейся раскраской. И в этот раз он будет служить не ловушкой для людей, а наоборот бункером и местом спасения. Ведь появилась новая турель, которая реагирует на людей и по ним стреляет, если вдруг обнаруживает кого-то, при этом издавая очень приятные звуки. И видно, что через крышу эта турель никак не реагирует, поэтому давайте ее уберем и поставим, например, вот сюда. Вот. Среагировала, минус один человек Минус второй человек Ой, турель стрёмная Эй, ты куда стреляешь? Ты ведь можешь... При... Смотри, турель Вот, я помог прицелиться И совсем другое дело Только звук Она больше не сдает. Который говорит о том, что человек обнаружен И да, автобус людей не спас К сожалению, автобус людей не спас все они мертвы, поэтому давайте уберем и посмотрим, как турель справится, например, с роботами. Никак она не справится. Роботов традиционно убить практически невозможно. Остается лишь обугленная. А нет, смотрите-ка, погиб. Почему установили главный чип в голове? Там должны были быть только камеры зрительные, а вот самая основная начинка пускай стоит в теле, тогда робот будет выживать. Но видите, разрабы Создающие этого робота не подумали, не в смысле не разрабы игры, а просто чуваки, которые конструировали его, да. Короче, осталось лишь бренное бездыханное тело. Не знаю, как Турель понимает, что все, цель повержена. Ну, в общем-то это так. Ладно, давайте очистим и перейдем к очень интересному и стрёмному штуковине, да, если ее можно так назвать. Она меня прям, скажем, пугает. Я не знаю, тестировали мы ее с вами раньше или нет, но выглядит она вот так. Это такой вот посох ктулху. Ах, и там черви, и они тянутся к... К человеку и начинают делать страшные вещи. Ааа, это просто отвратительно. Жесть, а если просто дотрагиваться до человека? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ах, это ужасно. Тентакли проникли в тело и начинают там что-то творить, а разрывают его на части и... Бедняга истекает. Ладно, давайте его уберем и попробуем другого беднягу использовать здесь. На робота, что будет делать посох с роботом, мне интересно знать. Так же дырявит, но из робота течет масло. Вместо крови. Тоже такое себе. Он погиб? Блин, так этот посох становится одним из самых лучших оружий в игре. Получается так. Да уж, серьезная вещь. Ладно, уберем его, уберем посох, уберем все. И давайте испробуем еще одну очень странную вещь. Выглядит она вот так и называется дециматор. Что делает этот дециматор? Ну, для начала... Он выпускает вот такую непонятную темную материю, которая выглядит очень красиво и при этом еще издает звуки. Реально фантастически выглядит. Я сперва не понял, для чего это вообще нужно. Но потом я взял человека, и сказал, дотронься, дотронься до неизведанного. Попробуй, может быть оно вкусное, может быть оно доброе. Но его просто аннигилировало, причем в прямом смысле этого слова. От чувака не осталось ничего. Сразу возникает вопрос, а... Аннигилирует ли эта штука все подряд или только людей? Да, абсолютно все. Все, что попадает в область действия, это исчезает. Так, у нас еще есть метроном, понятия не имею, зачем он нужен как бы метроном окей мы же тут не на музыкальных инструментах играем но он работает давайте его нигилируем бесполезная вещь может быть я просто чего-то не поднимаю также различные переключатели для создания всяких разных роботов но использовать их я пока не приноровился ну и есть какой-то лакбокс Активируют триггеры. В общем, это нужно разбираться в подобных механизмах. Лучше бы сюда добавляли вот всяких разных штук много. Вектор. Что-то новенькое. Но вектор это прекрасная вещь. О, а мне вот что интересно. Если эта темная материя аннигилирует абсолютно все, что попадает в нее, защитит ли она чувака от пуль? Ведь пули пролетают сквозь материю. Нет, но Вектора это, безусловно, безумно мощная пушка. Посмотрите, сколько выстрелов в секунду происходит. Возможно, даже больше, чем у того же самого минигана. Не, миниган все-таки пободрее будет. Пободрее, пободрее, миниган пободрее. Опаньки, это что, ППШ, что ли? ППШ. Серьезно? Ну, тоже крайне скорострельная штуковина, давайте ее испробуем. Так, ставим персонажа, берем пп-шашечку и начинаем ппшачить! Жесть, остается только скелет. Это, это ужасно. Блин. Что там еще у нас есть? Так, Опаньки! Огнетушитель, а его. Так, кристалл. Стоп, что за кристалл? Для чего он нужен? Ну-ка. Ну да, как бы. Поднял чувака на кристалле, можно его раскрутить. А нет, нельзя. Так а в чем его отличие от других мечей и... Ой. От других мечей и прочего... Колище режущего оружия. Непонятная вещь. Абсолютно. Ладно, что там еще есть из... Бейсбольная бита. Ну, тоже такое себе, наверное. Разве что можно ее раскрутить и приложиться. <свят> Ладно, хрень получилась. Так, сам. Огнетушитель. Для чего нужен огнетушитель? Может ли он какой-то вред причинить роботу или человеку? Вот что меня интересует. По идее, он может человека заморозить. Если долго направлять струю в лицо, это неприятно явно. Прикольно. Окей. А что если взять? А что если взять вот эту хреновину? Вот эту. Ой, тихо. И попробовать ее затушить. Это же огонь, да? Нет, огнетушитель не тушит почему-то. Он просто улетает. Короче, это реально именно реактивный двигатель. А если раскрутить его еще? Да, он перестает крутиться. Мне вообще эта панелька не нравится. Она тут, громкая, неприятная. Лучше взять что-нибудь такое, неоновое. Но опять же можно использовать как какую-нибудь декорацию или что-нибудь в этом духе. Красиво, но бесполезно. Идем дальше. Текс. Может быть биологическое оружие новое? Нет, ничего не появилось. Появился джукбокс и музыкальный автомат. Телевизор. И там реально что-то по телеку показывают. <связываю> <связываю> забавно, ну-ка. Так, сэ. Да, немного помялся. А что касается джукбокса, можно ли его сломать? Не, -е -е, не ломается. Сбросим одну тонну. Ой. Перестарался. Так, включаем джекбокс. Угу. И используем что-нибудь действительно мощное. Например, вот это. Что это такое? Штука, стреляющая этими кристаллами. Ну-ка, интересно. Вот это интересно. Ну-ка, 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 ну-ка. Сейчас, сейчас, сейчас. Я не знал, что такая вещь вообще имеется. Давайте поиспробуем. О, да, это жестко. Это как какой-нибудь коломет из Пайнкиллера, Киллера. Классная вещь. И довольно скорострельная, если быстро нажимать, да, на клавишу. Базука. Да, классная вещь. Хорошо, что-то я занимаюсь ерундистикой. Берем человека. Эм, зачем я взял человека, я не понимаю. Оба-на, молот. Просто молот, я думал это... Офигеть. Ну-ка. <с image> Жесткая штука. Вау! Такс. Еще раз. Надо грамотно его раскрутить. Жестко. Это очень жестко. Да, чувака просто ничего не осталось. Ладно, я же так и не проверил джукбокс. Его нужно закрепить как следует. Такс. Плюс включить и использовать, не знаю, например, ракетницу. Она, по идее, может его уничтожить. Хоть быхны, никакого результата. Ну-ка. Возьмем тяжелую артиллерию, как говорится, тяжелейшую, я бы даже сказал. Атомную бомбу. И вот так вот рядом аккуратно положим. Вот так. Выглядит очень красиво взрыв. Прям действительно очень красиво, безумно красиво, но... джукбоксу ничего. Он не уничтожаемый. Правда, есть одна вещь, которая может с ним справиться, я думаю. Вот она. Да. Эта вещь может уничтожить все, что угодно. Поэтому давайте сделаем вот что. Возьмем людей, посадим их в автобус, и попробуем с помощью Херобины аннигилировать автобус. Мне интересно, останутся люди в живых или они исчезнут вместе с автобусом. А может быть они и не умирают вовсе, а отправляются в лучшее измерение. Да? Люди остаются? Ха-ха, прикольно. Ну да ладно, друзья, на этом мы с вами пока остановимся. Я хотел посмотреть на новые штуки, я посмотрел. Ну а по поводу механизмов пока еще ничего не придумывал. На этом все. До новых встреч. Удачи. Пока.